Описание и точная дата выхода 17 и 18 серии нового российского сериала «Горячая точка». 17 и 18 серия сериала выйдут на телеканале НТВ 6 февраля. 17 серия. Прошел месяц. Жека и Рая возвращаются в город после операции. На вокзале его узнает девочка, цыганка, которая видела, как он убил Лайко. Хасанова восстанавливают на работе после отстранения. Лесопилки Таранова больше нет, вместо этого открыто охранное агентство. Кроме этого, Таранов начинает заниматься сбытом паленой водки вместо Бека. Вальку выписали из больницы, она сделала аборт и просит Жеку оставить ее в покое. На песчаном карьере находят трупы людей из банды Гордея. 18 серия. Гордея и его людей опознали. Джавдета ищет брат Кровник. Таранов прячет его в охотничьем домике полковника. Из Москвы возвращается после операции бывший мэр города Борис Хасанов. Таранов разрешает цыганам торговать наркотой в городе, взамен на обещание замять историю с убийством Лайко. Брагин говорит Таранову, что знает, что это он завалил банду Гордея и предлагает свою поддержку за определенную ежемесячную мзду. Напомним, 17 и 18 серия сериала выйдут на телеканале НТВ 6 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!